Здравствуйте, драгоценные братья и сестры! Приветствует вас Топкинский христианский центр. Сегодня утром я хотел прочитать одно местописание. Это Евреям, 13 глава, 5 стих. «Ибо сам сказал, не оставлю тебя и не покину тебя». Знаете, в этих словах, в этом месте Священного Писания есть такое утверждение, что Бог никогда не оставит нас и не покинет. Я думаю, сам Бог, Он хочет нас вдохновить. Каждого своего ребенка, каждого своего дитя, он говорит, никогда не оставлю, не покину, ни за что. Знаете, у нас могут быть приходить в жизни какие-то скорби, какие-то трудные ситуации жизненные, знаете. И Бог не обещал нам, что у нас все будет гладко, все будет идеально, что мы всегда будем в богатстве, что мы всегда будем в достатке в каком-то, что мы не будем иметь какие-то трудности, скорби. Да, но Он единственно обещает, что Он всегда будет с нами. Он как любящий отец. В Его любви есть вот это постоянство, которое нас как-то вдохновляет, которое нас ободряет. И вот это обещание Его, что Он всегда будет с нами, что Он всегда поможет нам вот, в нашем жизненном пути, который мы идем за Ним. И нам, может быть, бывает трудно и тяжело. Но самое главное, самое важное, что Он никогда нас не оставит, что Он никогда нас не покинет. Даже если мы проходим какие-то скорби, какие-то трудности, горе, и Он дает какую-то благодать, Он дает вот эту благодать и свое присутствие, чтобы нам пройти какие-то трудные в жизни свои времена. И Он в радости, и в горе, Он всегда с нами. Знаете, как здорово проживая в своей жизни, осознавать, что Бог всегда с нами. Да, еще бы я хотел бы сказать еще, чтобы мы сегодня думали и молились о том, чтобы мы сами также всегда были с Богом, чтобы мы тоже приложили и молились о том, чтобы нам тоже никогда не покинуть и не оставить вот эти пути Божьи, чтобы нам никогда не отойти от Господа, так же, как Он обещает для нас, что Он нас никогда не покинет. Я думаю, Он хочет тоже, чтобы у нас внутри было такое убеждение, что мы тоже никогда Его не покидали в своем сердце, в разуме, в делах, в путях, чтобы наша жизнь, она была посвящена Ему. Я думаю, это будет такая, как синергия с Богом, когда Бог нас никогда не покидает, что мы всегда с Богом, и мы тоже в ответ к Нему живем и проживаем свою жизнь с таким убеждением, что мы тоже никогда не покинем Его и никогда не оставим. Я думаю, этого хочет от нас Господь. Ну, я желаю всем, по крайней мере, чтобы мы так жили с таким убеждением, что Бог нас никогда не покинет и не оставит. И самим тоже жить с такой уверенностью и с посвящением, чтобы никогда не покидать и не оставлять путей Божьих, никогда не покидать служение Божие, никогда не опускать руки. Даже когда нам бывают какие-то обстоятельства, говорят, что мы устали, нам тяжело, и, может быть, нам можно свернуть с пути, но нет. Давайте мы не будем сворачивать с путей Божьих и тоже будем в постоянстве жить, славить Бога, молиться Богу, искать Его волю, исполняться Духом Святым. И в этом во всем есть воля Божия. Пусть Господь нас благословит и наполнит. И это откровение пусть вселится в сердца наши и наполнит нашу жизнь еще больше и больше Божьей благодатью, Божьими благословениями. Всем благословения, всего доброго, благослови Господь.